Здорово, народ, с вами Никит и... Вот, друзья, спасибо огромное всем, кто ставит лайки, всем, кто подписывается. Мне безумно приятно. Друзья, не забываем, пожалуйста, что в телеграм-канале проходит мой, собственно, розыгрыш на данном проекте, на проекте Рига Ролиплей. Мы там разыгрываем, друзья, донатик 20 тысяч и еще и две офигенных, собственно, тачки, друзья. Ну, плюс еще что-нибудь подкинем, посмотрим, друзья, насколько вы реально поддержите этот видос. Собственно, друзья, спасибо огромное за подписки, спасибо огромное за лайки, спасибо огромное за комментарии, которые вы пишете, друзья. Все читаем, все делаем, все видим, все красиво. Собственно, ребят, продолжаем играть. Смотрите, сейчас вы все видите. Это конспавн. Я даже конты не смогу заспавнить, да? Конспавн. Тип контейнеров 6. Отлично. Смотрите, ребят, собственно, что бы я хотел вам сказать сегодня. Собственно, то, что на проекте сейчас, в данный момент, друзья, играет 7 человек, но сейчас день, как бы, сами понимаете, день, как бы, ну, и как бы, ну, не все будут играть в такое время, друзья, ну, как бы, ну, камон, блядь, рабочий день, четверг, алло, здравствуйте. Собственно, ребят, смотрите, ссылочка на проект находится в описании, сейчас вы видите, друзья, на экране список машин, на которые добавили, собственно, вот такие замечательные всякие, блядь, спойлера, всякие обвесы, друзья, все тому подобное. Смотрите, мы сейчас с вами нажимаем GPS и подправляемся с вами в автосалон. Автосалон, отправляемся в автосалон премиум, друзья, класса, собственно. Автосалон премиум класса. Для чего я, друзья, это, собственно, делаю? Я не знаю, что с графикой с моей, блядь, вроде на высоких стоит, а что-то попиздить можно. Смотрите, ребят, отправляемся так, на месте, в текущем месте, отлично. Отправляемся с вами, друзья, и нам нужно приобрести сейчас Mercedes GS, что-то 63S, что-то такое, короче. Где-то я его видел, где-то совсем он недалеко, и поэтому сейчас мы приобретем и посмотрим, что же на него добавили по тюнингу. Если что, друзья, на паузу поставили, списочек чекнули и проверили, что добавили, вообще без проблем. Так, GS V... 464, это не то, GS63S. Что-то такое, короче. Сейчас посмотрим, сейчас, друзья, мы его быстренько найдем. Надеюсь, это не GS. А, вот GT63S E. Это Ешка. GT63S GT. Да ладно. Ну, я так понимаю, наверное, это она и есть, скорее всего, да? Типа GT63SE. Так, проверяем, где она. Вот она. Давайте приобретем. Ладно, это у нас акула, друзья, собственно, вот в таком офигительном виде, собственно. Ну, почему бы и нет? Давайте приобретем, давайте посмотрим, как бы, да. Mercedes, вот, да, вот она. GT63S. Давайте загружаем, друзья, и попробуем посмотреть, где вообще что будет происходить. Отлично. Так, смотрите, собственно, в чем еще весь прикол, друзья, собственно. По поводу Telegram я все рассказал. Здесь, друзья, каждый раз, как только выходит какое-то сочное обновление в игре, собственно, здесь это сразу, именно на официальном родмире, да? Здесь, друзья, сразу все это дело добавляется, обновляется, добавляются разные детали, все добавляется, все красиво, все ништяк. Поэтому я думаю, друзья, на ваше просто усмотрение просто взяли, затюнили, притюнили, увидели то, что на родмире, если добавился какое-то обновление, значит, оно уже на Рига РП по-любому, собственно, присутствует, ребят. Ну, как вы хотели, как по-другому, никак абсолютно. Блять, ну ехать вручную я вообще не хочу. Так, собственно, все, ребят, я на месте. Посмотрим, короче, не знаю. Ребят, еще, кстати, купил себе SSD-шечку. Спасибо всем, кто пролайкал запись в телеге. Ну, блядь, ну вы реально красавчики просто. Смотрите, ребят, новая система, если вы помните, если вы знаете. Вот, пожалуйста, друзья, та самая новая система, которая как бы, ну да, здравствуйте. Так, для клиентов, пожалуйста. Цвет, друзья, наклейки, покрасочная работа. Ну, давай пока ставим белое, давайте наклейки посмотрим, что по наклейкам, друзья, собственно, у нас присутствует. По наклейкам, в принципе, все по стандартику, друзья, все, что есть на Радмире, все и добавляется у нас сами здесь в игру, поэтому не стоит, как бы, унывать, просто заходим, друзья, покупаем и все делаем красиво. Так, смотри, ну, во-первых, по-любому, вот такая раскрасончика будет, вот такой раскрасчик жесткий и сексуальный, и по цветику надо определиться, друзья. Вообще, такому цвету идет, конечно, какой-нибудь желтый такой раскраски, вот, видите, да, как, типа, под золото. Но вы знаете любимый мой цвет, и поэтому, как бы... Даже париться не буду по поводу выбора цвета, друзья, сразу по красоте душевно все делаем. Остальное, вот, пожалуйста, друзья, элементы. Новые элементы на данный транспорт, собственно, добавлены. Так, ну давай, тут такой добавим, четверочка. Это у нас спойлерочек, друзья. Пятое, я не знаю, что это, давайте возьмем. И давайте четвертое тоже, друзья, установим. Отлично, спойлеры, клаксоны. Бля, я такой... Добавим в корзину? В смысле в корзину? А в какую корзину?
Все, работает, типа? Ну все, бабки-то улетели просто с двух ног. Блядь, ну друзья, ну красота, просто лютая красотень. Ху. Не, ну красиво. Слышь, красота просто не ебаться просто. А как выйти? Как выехать отсюда? Можно как-то? Во, выезжаем. Все, друзья, красота душевная. Брабус. Ну, вы видите сами, что происходит. Отлично, собственно, прописываем слэш GPS и давайте шиномонтарочку проверим тоже, собственно, шиномонтарочку добавили, все пододбавляли. Короче, много всего надобавили, сами все проверите. Опа. Не понял. Так, собственно, ребят, подлетело к шиномонтажке, сейчас попробуем установить диски. Так. Алло. My friend, easy friend. В смысле, подожди. Шиномонтаж. Не-не, вот шиномонтаж. Вход. Переодеться, заказать смену дисков. Mercedes GT. Воу-у. Эй, my friend, мне не нравится эта камера, блядь, вообще. Ну ладно, пятипалые поставим. Рим 27 просто, пускай. А чё я на пассажирке-то сел? Не, ну все, я понял. И осталось как бы только слэш-дрифт врубить, друзья. Это, собственно, тоже присутствует на проекте. Слэш-дрифт. Не понял. А на каком проекте это? Я уже позапутался, бля, пиздец. Смотрите, короче, ребята. Собственно, видите, да, работает все красиво. Все ништяк, собственно, ну, блин, друзья. Кстати, Рига Ролплей, друзья, Ролиплей, да, это один из проектов, который меньше всего лагает, он больше всего оптимизирован, друзья. Это реально очень прикольно, это прям реально красота. Собственно, ребят, что еще надо было показать, друзья? Контейнер, давайте на конте отправимся, посмотрим контейнеры. Так, сейчас, наверное, люди охереют от того, что я телепортируюсь туда. Так, GPS. Так, подожди. GPS, контейнеры, транспортные узлы, грузовой порт. Телепортируемся, потом слэш Getaway 5. Нет, Getaway 7. GTS, вот он мой красавчик. Отлично, ай красиво, ай хорошо просто, ну как бы. Сейчас проверим конты. Вот так вот делаем бачком. Бля, аудюха прикольная. I'm sorry. Так, собственно, ребят, конты. Чё по контам? Чё по контам? Чё по красоте душевной по моей? Так, слэш получается. Конт спавн. Сразу проверяем. Конт спавн 6. Отлично. И теперь можно попробовать что-нибудь пооткрывать. По 10 лямов я буду ставить первый. Sorry, бро. Я по 10 кака забираю. Видео снимаю. I'm sorry, very well, brothers. I'm sorry, very well, I'm sorry, very well. Блин, нафиг. Прости, братан, прости. Ну, сам понимаешь, ну, как бы, ну, да. Так, а чё, может, по 5,5 мультов ещё, друзья, возьмем? А, ну, видишь, один контейнер только на ставку, друзья, сами понимаете. Один кон только на ставочку, друзья, собственно, и вот такая канитель, да, это очень плохо. Так, а что, МСГ-то работает у меня, нет? Ну, блин, аккаунт заблокирован в некоторых действиях, друзья. Вот реально, ребят, вот, я вот это не люблю, это мне вообще так не нравится, просто обосраться. Так, конт, поехали, открываем здесь ведрище, просто конченое ведро, которое мне вообще не нравится абсолютно, никаким образом, абсолютненько. Так, что по 10,5 мультов? О, 10 мультов. Красиво. Не, ну 10 лямов это нормально. Давай, как бы оформляй красиво. 12 мультов ставим. 12 лямов, поехали. Что? Кто-то приехал на Туареге? Серьезно? Кому-то настолько нравится Туарег, что он решил на нем приехать? Серьезно? Не, ну как бы странноват маленько, как бы. Ну не то, чтобы я как бы удивился, как бы. Просто тут, блядь, GTS 63 и просто вот этот Bugatti, да. И просто такой Volkswagen Touareg, здравствуйте, блядь. Понимаю, красавчик просто. Так, открываем, здесь мультов 12. О, ведрище, просто конченое ведро. Просто ведрище, просто адское ведро. Просто адское ведро, просто настолько ведро, что просто пиздец. Так, 10 мультов. Так, все, последний. Последний. Потом ты.
Привет тебе в видосике. Канал некий трэш. Ха-ха. Да, братичка, спасибо, родной, спасибо. Обнял, приподнял тебя, вообще красавчик. Так, 12 мультов, ёпта, 12 мультов. 12 мультов гивидонаты 2. Еще можно выдать? Опачки. А, нельзя. Что, блядь, за ведро, нахуй? Серьезно? Гекон спавн мой. Нате, забирайте. Серьезно? Я выбил только что тачку дороже? Это вообще, это законно, нет? Ну, как бы, я конечно, понимаю все, блядь, но... Не, ну, красавец, друзья. Ну, не, ну, просто хорошо. По-моему, как бы, стоит на таком-то аппарате погонять, да? Это, видите, это какой-то эксклюзивный, типа, я не думаю, что такое ведрище будет стоить в жизни, блядь, хороших бабок. Такое у нас в городе стоит, по-моему, сейчас подскажу. Ох ты. Такой... Эй! Хару! Не надо. У нас такой в городе, друзья, стоит где-то порядка, короче, 2 мультов рублей. Ну, хотя, в принципе, да. Ну, по крайней мере, в хорошем состоянии, естественно. Короче, друзья, собственно, заходим. Не забываем прописывать промокод /trash и /naked, по-моему, тоже есть. Какой-то из этих, друзья, 100% рабочий. Прописываем, ставим лайки, друзья, все будет реально, все будет хорошо, друзья, поэтому я надеюсь на вашу поддержку, друзья, не забываем, пожалуйста, подписываться на Телеграм, там уже, блядь, 47 подписчиков, друзья, я надеюсь на вашу поддержку, до 100 догоним за пару дней, это было бы вообще потрясающе. Все, друзья, всем спасибо, заходим на Рига Ролплей, не забываем, что в Телеграме там есть розыгрыш на Рига Ролплей, да, друзья, на 20 тысяч донат, а не хуй, АЦБ. Поэтому, друзья, все, заходим, ставим лайки, подписываемся, друзья, и всем удачи, всем пока.